А вот некоторые водители правил дорожного движения явно не знают. За прошедшие выходные в столице округа произошли два ДТП, причем оба с участием мотоциклистов. Первая авария произошла в субботу на улице Рабочая. Мотоциклист не уступил дорогу другому участнику движения, в результате чего врезался в автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. В приемный покой окружной больницы доставлен водитель мотоцикла, молодой человек 86-го года рождения. Уже на следующий день в районе городского моста мотолюбитель не справился с управлением и вылетел на обочину. Вместе с ним на мотоцикле находились еще и пассажиры. Мотоциклом управлял молодой человек 96-го года рождения. С ним находилось еще два пассажира. В результате опрокидывания в приемный покой доставлены два пассажира мототранспорта. Как выяснилось чуть позже, водитель не имел прав на управление техникой, да еще и за рулем был пьян. Проверка показала, мотоцикл перед ДТП был угнан.